На одном из сайтов по Майнкрафту я наткнулся на статью про паука, а именно, что если паук получит урон от чего-либо помимо игрока, например, от падения с высоты, то он перестанет быть враждебным. И я решил проверить, так ли это или нет. На новых версиях у меня ничего не получилось. Но зайдя на версию Майнкрафта 1.6.4 и повторив случайно этот же трюк с падением с высоты, паук перестал быть враждебным.